водопроводной водой в Ровеньках. Опасно даже умываться, сообщает Островок. Отклонение показателей от нормы составляет от 18 до 20%. Микробы, бактерии и разные вредные вещества проникают в систему через многочисленные дыры в трубах. По информации источника, коммуникации не менялись десятилетиями, и из них 90% требуют замены. В воде обнаружили множество элементов из таблицы Менделеева – азот, аммиак, железо и кальций. Ровеньковскую воду пить нельзя, в ней даже умываться опасно. Но в самопровозглашенной республике заниматься этим вопросом не хотят. Террористы травят мирное население.